За сколько ударов рукой можно убить всех боссов в Майнкрафте? Ставь лайк и сейчас расскажу. В Майнкрафте существуют три босса: Дракон, Иссушитель и Варден. Первым я убивал Дракона. Он имеет 200 хп и убил его за 160 ударов кулаком. Вторым. На протяжении 10 минут я убивал Иссушителя. Он уже имеет 600 хп и в отличие от Дракона может сам себе регенерировать здоровье. Убил я его за 578 ударов. Третьим на очереди стоял Варден. Его хп чуть поменьше, чем у Иссушителя, а именно 500. Он умер за 356 ударов. А всех боссов в сумме я убил за 1094 удара. Поставь лайк и подпишись на канал, а также пиши комментарии с идеями для новых роликов. Спасибо за просмотр и пока!